Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 28 августа, сегодня у нас с вами понедельник, новая рабочая неделя. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами не просто понедельник, сегодня у нас с вами денежный понедельник, насыщенный понедельник, поэтому обязательно в этот день проведите практику на привлечение денег в вашу жизнь. Что это за практика, как правильно ее делать, а также что сегодня ожидать от этого дня. Давайте вместе с вами далее более подробно будем разбираться. Итак, сегодня у нас с вами понедельник, новая рабочая неделя. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю у нас сегодня с вами 12 и 13 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Козерог до 17 часов 31 минуты по Москве. Далее переходит в знак зодиака Водолей. Что же этот день несет в себе? Вы знаете, этот день будет достаточно яркий, он будет необычный. Как это будет все проявляться? Дело в том, что сегодня многие ситуации, в которых вы будете оказываться посредственно или непосредственно, будут повторяться из вашего прошлого. Также могут проявляться и старые проблемы. Поэтому, если у вас сегодня повторяются какие-то моменты в вашей жизни, вам стоит обязательно обратить на это внимание и подумать о том, как вы их можете решить. Почему? Потому что, если будут повторно повторяться эти ситуации, вы должны понимать, что каждый раз, когда повторяются те или иные ситуации, связанные с людьми, с событиями, в отношениях, то вы должны понимать, что каждый раз они будут все больше и больше утяжелять вашу жизнь и мешать вам принимать какие-то очень важные и ценные для вас решения. Также сегодня не стоит тратить время на сбор какой-то бесполезной информации, которая лишь загромождает разум, и человеку становится очень трудно сделать правильный выбор даже в такой ситуации, где он действительно очевиден. Поэтому постарайтесь в этот день освободиться от груза прошлого, потому что он вас давит, он мешает вам жить. Да, это сложно делать, особенно когда человек прожил какой-то определенный период времени, и, соответственно, он набрался опыта, знаний и понимает, что хорошо, что плохо. Но вы должны понимать и то, что чем быстрее вы освободитесь, чем быстрее вы простите тех людей, пойдете своей дорогой, тем быстрее Вселенная откроет перед вами какие-то новые возможности. Кроме того, новая рабочая неделя, а значит, вы должны сами для себя продумать и понять, а что вы хотите вообще сделать, что для вас принципиально важно в этой жизни. Возьмите сегодня, возьмите листок бумаги и пропишите, что бы вы хотели сделать, к чему бы вы хотели бы внести изменения. Это касается и вашей работы, и финансов, потому что, обращаем ваше внимание, скоро начинается 1 сентября, начинается осень, и важно самим вам понять, а чего вы хотите. Или вы в ближайшие месяцы также и пробудете вот в том состоянии, которое были летом. Да, было лето, было жарко, у кого-то были какие-то проблемы, но вы должны понимать, что именно начиная с 1 сентября вам нужно начать двигаться в другом направлении. Кроме того, у нас с вами 31 августа будет полнолуние, и, соответственно, нам нужно с вами подготовиться к этому полнолунию. А значит, нужно отбросить любой негатив, который вам мешает на данном этапе двигаться и развиваться. Обращаем ваше внимание, что любое важное дело начинать сегодня не стоит. Отложить его реализацию на более благоприятное время. А это время не за горами. В то же время не бросайте ранее начатые дела. Если у вас в ящике есть дела, которыми вам нужно заняться, которые вам нужно сделать, обязательно занимайтесь ними. Почему? Потому что у вас в ближайшее время, буквально через неделю, уже не будет времени этим заниматься. И, соответственно, этот вопрос останется открытым и будет вам мешать дальше двигаться и вам дальше развиваться. Сегодня также вы смело можете проводить финансовые операции и заключать сделки, но обратите внимание, это должны быть только краткосрочные. У людей, чья деятельность связана именно с торговлей, обращаем ваше внимание, у вас могут появиться перспектива быстрого роста, но главное, как говорится, не прошляпить эту ситуацию. Поэтому
Если вы заняты в торговле, у вас поступают какие-то интересные предложения, думайте и принимайте решения. Также обращаем ваше внимание, что энергия этого дня будет неблагоприятна для тех людей, кто сегодня будет ссориться и конфликтовать. Да, очень сложная энергия у нас, мы уже близимся к полнолунию, энергии уже предостаточно, и некоторых людей прямо эта энергия, знаете, бросает то в одну сторону, то в другую. Поэтому старайтесь в этот день быть мудрыми, спокойными, терпеливыми. Даже если вы видите, что у вас что-то не получается, это не повод опускать руки. Также сегодня день благоприятен для общения в коллективе. Поэтому, если у вас сегодня есть какие-то совещания, встречи, общение в коллективе, связанное с работой, обязательно идите, обсуждайте, будьте лидером. Почему? Потому что это принесет в вашу жизнь бонусы, и вы знаете, в какой-то момент вы даже можете привлечь то, что ранее для вас было закрыто или недопустимо. Также сегодня хорошо учиться и получать новую информацию. Учиться не обязательно нужно в институте, но также обязательно в нашей жизни учиться знаниям, повышать свое развитие. Также не забывать улучшать свои навыки, получать новый опыт. Не думайте о том, что если вы уже слишком молоды или уже слишком не молоды, то вам знания не нужны. Каждый день нужно учиться. Даже самое простое. Помните, когда у нас только появились телефоны, и многие люди, пожилые люди, им очень сложно было обращаться с телефоном, именно сенсорным, или компьютер, то же самое, учите, если, например, вы работаете в компании, возьмите, сядьте сегодня, изучите досконально Excel, как создаются формулы, например, как создаются, делаются таблицы, или, возможно, вы никогда не работали в PowerPoint, попробуйте это сегодня, и вы поймете, что это также интересно. Что же касательно здоровья в этот день, то болезни этого дня могут быть длительными, но хорошо усваиваются лекарства и косметические средства. В этот день можно удалять пятна, родинки, убирать морщины. Рекомендуется проводить процедуру по омоложению и по очищению. Но в этот день нельзя голодать, так как желудок в этот день требует нагрузки. И вообще, если вы хотите садиться на диету и быть именно в меньшем весе, обращаю ваше внимание, что сначала лучше всего вам проконсультироваться с врачом. Не просто с каким-то специалистом, который прошел какие-то курсы, а именно врач, который учился, который имеет знания, потому что знаете, сегодня очень много всевозможных методов, всяких таких, знаете, ходят некоторых таких вот советов, которые вот, знаете, читаешь, и это просто смешно выглядит. Но люди почему-то на это ведутся. Помните о том, что наше тело, оно достаточно интересное, оно уникальное, и если мы над ним издеваемся, то в один момент просто происходит сбой. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день будет удачной, она придаст свежесть и привлекательность. Больше этого может даже принести счастье в вашу жизнь. Поэтому если вы сегодня будете рядом где-то с парикмахерской, с салоном красоты, обязательно забегите хотя бы, чтобы вам обновили ваши волосы. Это очень важно. Также, вы знаете, сегодня хорошо проводить практики по привлечению изобилия, достатка и благополучия. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня у нас Успение Богородицы, поэтому сегодня очень хорошо обращаться с молитвами к иконе Божьей Матери. Если есть возможность желание, обязательно сегодня сходите в церковь, в храм, поставьте свечку за здравие, купите икону, ту икону, которая вам действительно понравится, и, знаете, вот вы прямо почувствуете, что это ваша икона. Но покупайте иконы именно при церковных лавках, потому что они уже освящены, обращаем на это ваше внимание. Также обращаем и внимание на то, что сны, как правило, почти сегодня всегда исполняются, поэтому обратите на это внимание. Также сегодня превосходный день для анализа и переосмысления прошлого, повышения уровня вашего образования. Сегодня благоприятен коллективный труд и творчество. В то же время неблагоприятный день для дел и путешествий, потому что есть вероятность, что все может закончиться какими-то потерями и разочарованиями. Поэтому все-таки будьте осторожны и будьте немножечко внимательны.
Что же касательно общения с начальством, то день вполне благоприятен для общения с начальством, с руководством, чтобы обсуждать любые рабочие вопросы, именно рабочие вопросы. Если мы говорим о зарплате, хотите обсудить, ваш график работы и так далее, сегодня день для этого неблагоприятен. То есть руководство вас может не так понять, и, соответственно, будут возникнут конфликты и так далее. Также сегодня не стоит менять место работы. Почему? Потому что по лунному календарю сегодня один из худших лунных дней для смены работы. Также сегодня не стоит заниматься недвижимостью. Можете планировать, но вот именно действовать сегодня не стоит. Также обращаем ваше внимание касательно зачатия. Сегодня крайне неблагоприятный день для зачатия. Физическая нагрузка в этот день вам не повредит. Поэтому хотя бы пробежка полчаса или легкой ходьбой целый час – самое то. Также сегодняшний день не подходит для домашних дел. Сны, как мы уже сказали, это сны один из способов сегодня понять, что вас беспокоит. Сновидения правдивы, они отражают проблемы, которые вам надо решать в ближайшем будущем. Теперь давайте посмотрим на подсказки, на небесное послание от Архангела Михаила. Что же сегодня Архангел Михаил 28 августа хочет нам сказать, да или дать какие-то подсказки? Итак, карта, которая выпала, называется следующая. «Вы и те, кого вы любите». Безопасности. О чем эта карта нам говорит? Эта карта говорит о том, что высшие силы, ангелы-хранители вас защищают и помогают вам. При этом защищают не только вас, но и также защищают вашу семью, ваших друзей, то есть тех людей, которые вас любят, которые вас ценят, которые по отношению к вам доброжелательны. Поэтому эта карта говорит о том, что вам не стоит в своем окружении искать врагов, потому что Архангел Михаил, он защищает вас и всех дорогих вам людей. Поэтому сегодня лучше уделить внимание деньгам, подумать о том, как вы можете заработать деньги. Также, если вы занимаетесь каким-то бизнесом или подработкой, то знаете, что ваше дело будет под защитой. Также, если вы о чем-то беспокоитесь, вам что-то сегодня не нравится, есть какие-то страхи, то в этот день обратите внимание на молитвы, потому что молитва, сказанная от чистого сердца, с чистыми помыслами, поможет вам достичь желанного результата. Поэтому при этом молитва не обязательно должна быть, которую вы не знаете или которую вам навязали. Это может быть просто молитва от чистого сердца, сказанная по отношению к высшим силам, к ангелу-хранителю, к Вселенной. Не бойтесь произносить то, что вам идет именно от чистого сердца. Бывает так, что слово «благодарю высшие силы вас за то, что есть то или иное в жизни человека» наиболее ценнее, чем то, что вы будете читать какие-то такие, знаете, молитвы, которые, возможно, именно в этот день. Поэтому обращайте внимание, что ваше сердце в этот день откликается. Ну и молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать 28 августа, желательно эту молитву прочитать несколько раз, она звучит следующим образом. «Дорогой Бог и Архангел Михаил, спасибо, что наблюдаете за мной и дорогими мне людьми». И вот здесь назовите их имена. «Прошу, помогите мне почувствовать безопасность и мир. Наполняйте меня верой так, чтобы я могла сфокусироваться на моих приоритетах и наслаждаться здоровой и счастливой жизнью». Также обращаю ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Еще раз напоминаем, что у нас сегодня с вами великий праздник Успения Пресвятой Богородицы, поэтому обязательно вы можете прочитать и молитвы к Божьей Матери, какая, которая вам будет по душе. Ну и как мы говорили в начале видео, сегодня у нас с вами денежный день, сегодня он активный день, достаточно интересный день, поэтому обязательно в этот день проведите нашу любимую практику. Вам нужно на запястье руки нарисовать цифру 9 и сказать следующую фразу: «Кодирую себя на деньги срочно». Нарисовали цифру 9 и после этого отправляйте энергию во Вселенную. Не акцентируя, не зацикливайтесь, а отправляйте. Вселенная уже сама решит, как и с помощью чего к вам поступят деньги. Многие начинают думать, что «Ой, у меня пенсия, а что же мне делать?» Забывайте о том, у Вселенной достаточно много всевозможных вариантов. И ваша задача, главное, не акцентировать на этом внимание. Помните, пожалуйста, об этом. Вот такой вот у нас с вами
вами день 28 августа. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.